вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла «Спящая русалка». Для этого нам понадобится белая основа производства Англия, понадобится формочка, вот выглядит она вот так вот, силиконовая, мягкая, 3D. Также нам понадобится отдушка, отдушка Бриз, косметическое масло семян брокколи, краситель черный агат пигментный, мика фуксия, мика брайт голд и мика скай блу. Также нам необходимо будет несколько пластиковых пипеток, кисточка, несколько термостойких стаканов и стеклянная палочка для перемешивания. Вес готового изделия примерно 80 грамм, поэтому мы берем весы. И взвешиваем 80 грамм основы. Сначала обнуляем тару. Весы у нас показывают 85 грамм, чуть больше как раз, чем вес готового изделия. И теперь растапливаем основу. Мы растопили небольшое количество белой основы. Добавляем туда пару капель отдушки. Мы хорошенько размешали мику. И теперь с помощью пипетки окрашиваем первый элемент мыла, а именно личико русалочки. И ждем, пока основа хорошенько застынет. Следующим этапом мы будем окрашивать хвост русалочки. Для этого в растопленную белую основу мы добавляем масло. Добавляем отдушку. С помощью палочки перемешиваем и с помощью пипетки окрашиваем хвост. Окрашиваем. После того, как личико и хвост хорошенько застыли, мы в растопленную белую основу добавляем отдушку. Добавляем несколько капель масла. Все хорошо.
хорошенько перемешиваем. И добавляем мику Bright Gold. Все тщательно перемешиваем. И вот у нас получился такой насыщенный, яркий золотистый цвет. Им мы будем окрашивать волосы русалочки. Мы берем зубочистку и рисуем такие вот полосочки на мелких деталях мыла. Это необходимо для того, чтобы все детали мыла между собой скрепились. Еще раз хорошенько смешиваем. Смотрим, чтобы мика полностью растворилась. И заливаем основу в формочку. Теперь ждем, пока основа полностью застынет. После того, как основа полностью остыла, мы достали мыло с формочки. И вот так вот выглядит наша милая спящая русалочка. Спасибо, что посетили наш канал. Обязательно подписывайтесь, ставите лайки. До новых встреч!